Дорогие друзья, всем привет! Мы продолжаем наше путешествие по Крыму, и сегодня у нас Севастополь. Наверное, самое известное место Севастополя. Памятник затопленным кораблям. Нашим людям, конечно, ничто не преграда. Желающие могут туда доплыть и порезвиться. Дует очень сильный ветер, достаточно так прохладно, но зато не жарко. Ждем Инну, Игоря, наших подписчиков, которые к нам приезжали в Гродно, если помните. У нас ролик есть. Теперь они нас встречают у себя дома. Мы их водили по Гродно, сейчас они нас будут по Севастополю водить. Ну вот мы их тут ждем пока в условленном месте.
приехали еще в одну кафешку. Вот на парковке тут вот кто стоит. Прикольная, да? Такие ослики. Ослики такие. Ослики. Можно гладить. Такая вот кафешка. Поселок Орлиный, да, называется? Орлиный. Поселок Орлиный. Орлиная. Ага. А кафе Орли называется. Да. Ну, сейчас посмотрим, попробуем. Приехали в Балаклаву. Такое, как прям в богатых странах. То есть вот это что, проход? Да, раньше, когда это же был секретный ремонт на подводных лодок. Ага. Вот же мост поднимался, лодка сюда заходила в гору. Здесь ремонтировали, и там вот сейчас дальше пойдем, а там она выходила. Ага. Это же было все Балаклава же закрытое. Ну да, да, я знаю, что закрытое было вообще тут. Я же говорю, Балаклава закрытое. Съемка закрытое. То есть вот так проходила подводная лодка отсюда. Сюда, 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 сюда. И туда. И туда. Вон туда. Место сбора экскурсий. Тоже, короче, по одному не пускают, судя по всему. Как на проспекте. В час пик. Сколько? Ого! Это медуза. Не знаю, только она, наверное, не снимется. Вон. Вообще. Вот это да. Но Балаклава похожа на какой-то итальянский город. Как будто генуэзская крепость. Куча маленьких лодочек всевозможных, маленьких, больших, средних. И все такое. Как будто мы где-то так, недалеко от Венеции. Ну, конечно, классное место. Раз, и здесь море. Здорово, да? Как организовалось. Сюда заплываешь, и тут такая бухта.
теперь самая красота. Да, на закате так красиво. На следующий день пришли на древнюю крепость какую-то. Я уже забыла, как она называется. Коломита. Вот. Инна нас привела показать. Я забыла микрофон, поэтому, наверное, ничего будет не слышно. Если что, придется перезаписывать звук. Ну, давайте смотреть, что здесь.
Вот и закончился наш отдых. Мы уже вернулись домой, в Беларусь. И следующие наши встречи уже будут происходить у нас дома, в нашей деревне Беларуси. Рада всех вас видеть на канале. Пожалуйста, заходите в гости, пишите комментарии, подписывайтесь, кому интересно смотреть о жизни в Беларуси. Всем пока, до новых встреч!